Всем ассаламу алейкум, друзья, добрый вечер. Все увидели, сегодня целый день практически дороги был. Опоздал молниеносно по пробкам, прилетел, включил все свои качества вождения. Молниеносно, два часа. Такси 4. Не, братан, я когда приехал, потом на работу поехал, потом туда-сюда, короче. В общем, четвертый подход, сейчас будем пробовать 140. Проверим 140, вот вес, крутик. Продемонстрируйте, пожалуйста. 3 по 20, 120, плюс 20 гриф, вот 140. Видите, 20. Сейчас здесь сделаем два подходика, и после будем проверять 160. Ну, а дальше как пойдет. Да. Делаю для тех, кто говорил, что я не смогу. Кто сомневается. Кто, не сомневайтесь во мне. Вообще не рад. Да. Специально не выключай, специально будем одним видео. Да. Как палку. Вообще как бы так, вообще. Как два пальца. Два пальца. Об асфальт. Сейчас 160 посмотрим. Нет, подход еще сделаем. 150 на один. 150 на раз? Да, 150 на один и 160 на раз. Так, сейчас у нас 150. Вот это надо чуть-чуть тоже, как говорит опыт Силина Руслана, многократного чемпиона Казахстана и мира по пауэрлифтингу. Ну, я про него говорю. Я так про своего оператора говорю. Так что, ребят, иметь такого оператора, ого-го. Короче, вот добавили пятерку. Сейчас на штанге 150 килограмм. Ребят, в два раза превышает вес Айтыма. А так, если что, вообще. А так, если что, ну. Так, сейчас важный момент. А, вот самый важный момент. Самый важный это момент. Это настройка музыки. Это музыка, да. О, Venom 2 вышел, видели, да? В смысле? Да, вот Venom 2, Titanic 2, Warcraft 2. Поняли, да? 150 пройдено. Ну, не все. Да, сейчас 160 следующий. Вот так видно? Что там видно? Да, все видно. Ну, вот так. Все, ребят, поставили 160, 3 по 20 и десяточку. Плюс 20 клик, быстро посчитайте. 160. Ехали. Давай. Или как? Жми.
там языков 60 килограмм. Тяжело пошла. Но пошла. Ну, и нет. Я не оправдываю, что я целый день был в дороге, что я целый день не кушал, не спал, ничего не делал. Я даже не говорю об этом. Я даже об этом не говорю. И даже не намекаю. Но я все равно сделал 160, нормально. Все так, что скоро 180 будет. Я просто 160, да. Ребят, вы не просите. Я говорил 160-180. 180 рановато, признаюсь. Но 160 сделал. И все равно я ответил тем ребятам, которые говорили там, ой, не сделай там. Давай без ой. Безе, безе. Да, и безе. Супер. Вот, ребят. 3, 20 и 10. Я ее опуздал. Да. Я сделал это. Вес Айтыма чуть больше 80 килограмм. Да. Ну так, 80. Ну вот, да. 80 килограмм, 20 грамм. Чуть больше 80. Нормально. В общем, ребят, еще раз хочу сказать. Не сомневайтесь в себе, самое главное. И обязательно достигнете успеха. И в нем тоже не сомневайтесь. И мне так, ну так, если что, во мне тоже не сомневайтесь. Всем спорт. И спасибо отдельно тем, кто нажал, что я смогу. Большинство, кстати.